Приветствую вас, друзья! Сегодня посмотрим на игрушку, которая называется Denizen. Эта игрушка мне приглянулась сразу же, как она только вышла. Вышла она буквально недели две назад, 2-3, где-то там в начале мая или середине мая. Как обычно, ранний доступ. Слава богу, русский язык присутствует. Игрушка развивается нормально, обновление уходит, разработчики стараются. Но единственное, что мне нравится в этой игрушке, в самом начале я сразу скажу, так это ценник. Он слишком для нее как-то высок. 700 рублей, как бы, ну... Что-то, короче, не знаю, дороговато, мне кажется. Итак, ладно, давайте, короче, посмотрим, что это за игра, что это такое, откуда она вообще взялась и почему она на моем канале. В общем, это симулятор жизни с открытым миром. Да, это что-то некое подобие Sims, только с видом от первого лица, где мы будем выживать, у нас будет квартира, мы должны искать работу, заводить семью, детей. Ну, насчет этого, наверное, не знаю, может быть, в будущем будет. Кататься по городу, искать приключения, зарабатывать деньги, развивать свой бизнес какой-нибудь. Короче, возможности игрушки пока что маловато, но в дальнейшем разработчик обещает, будет прям реальный симулятор, полноценный симулятор жизни, где будет куча контента и много чего прикольного. Я игрушечку так изучил немножечко. Поэтому давайте сейчас сотрем мое старое сохранение и начнем новую игру. Посмотрим по настроечкам. Я тоже, ну как обычно, ультра оставлю, хотя кто-то писал, я видел другие прохождения, но так одним глазиком посматривал. Пишут в комментариях люди, что она ни хрена не оптимизирована. Я не знаю, вот в 2К на ультрах у меня никаких просадок вообще не было ни разу. Ни вылетов, ни просадок. То есть у меня все плавно, все хорошо. Вот, также все везде активно, все везде настроено. Поле зрения камеры давайте, может, увеличим до 90, 80, ну пусть будет 80. Все, закрываем и давайте начинаем новую игру. Да, перезаписать. Резиденция, вы можете, ладно, не успел прочитать. Короче, нам нужно создать персонажа, пусть это будет мужик, либо девка. Но я как бы играю за себя, поэтому будем играть за мужика. Итак, введите имя. Ну, давайте не будем тут писать пив. Пив это пив, а я Александр. А я, наверное, сделаю вот что. Александр Великим я буду. Блин, пробел нельзя, да? К сожалению. О, блин, что-то у меня вообще получилось. Ики, короче, я буду. Ну, ладно, короче, Алекс... Нет, Алексей, нет, это Алексей. Так, ладно, конечно, Александр, не будем изобретать, короче. Ничего. А мужской пол, так, башка. Ох ты, ёпта. Что-то тут совсем все плохо, особенно у этого чувака. Вертеть никак не могу. Вот. Так, тут вообще какой-то обкурыш непонятный. Это уже какой-то дед. Блин, ну, я даже не знаю, в лапте кожа посветлеет. То есть что-то, можно было сказать, и вообще такой со мной есть. Шучу. Нет. Ладно, выберем тогда тебя. Волосы цветок мы поменяем, щетину ставим, наверное. Так, ага, вот, можно приблизить. Александр, это что? А, тип прически и все. Мне кажется, больше было в игре причесок. Или это мне показалось. Так, ну это какая-то стандартная. Давайте что-нибудь такое. Вот, вот как раз таки прическа похожа чем-то на мою. И, кстати, цвет волос почти похож. Так, тут что у нас? Что поменялось? А, цвет. Цвет, да? Ну, где-то такой у меня цвет волос. Так, боже мой, серьезно? Серьезно? Да ладно? Нет. Так, все. Все настроечки. Костюм тут выбирать пока что нельзя. Ну да, начинаем тогда игру. Груз. Каждый автомобиль имеет определенную грузоподъемность. Да, тут такая штука присутствует. Чтобы максимально повысить эффективность поездок от оптового магазина в другой магазин, надо что-то сделать. Так, Александр, мой новый дом. Может быть, это не самое лучшее место в городе, но начало положено. Вчера мне удалось купить мебель на восточной стороне. Осталось только все распаковать, чтобы стало уютно. После этого я должен достать свой телефон и поискать работу. Я не хочу пропускать оплату счетов. Да, нам необходимо будет оплачивать счета еще. Я так понимаю, это мой внутренний голос мне сейчас говорит. То есть я купил мебель, нам сейчас это дело расставить. И, естественно, надо пойти найти нам работу, чтобы оплачивать счета. Ну и, соответственно, чтобы нам хватало все это
ножи. Спереди, точнее, вверху у нас что тут? Рожа есть. Вот этот значок молнии, это сон. Вилка с этим. Короче, это еда, питье, душ и туалет. Ну, Sims, друзья. Чисто Sims. Значит, наличные 24 бакса у нас. А тут еще есть такая приколюха, которая, от которой, вот я не знаю, как сказать. Короче, чем круче ты одеваешься, тем больше шансов с кем-то познакомиться. То есть, вот, предположим, если ты в игре купил крутую тачку, одел дорогой костюм, на тебя сразу девки будут липнуть. Ну, что-то типа в этом духе. 40 у меня сейчас стоит. Это, ну, соответственно, потихонечку будем это увеличивать. Так, время, среда, время остановлено. Вижу микроволновку. Так, нажимаем дальше. Ясненько. Дальше. Дальше нам нужно подойти сюда. Место жительства. Ваша резиденция — это ваш дом, который можно персонализировать, используя мебель и отделочные материалы из местных магазинов. Стены и полы в каждой комнате можно оформить по своему вкусу. Вы можете пользоваться умывальником, чтобы поддерживать свои потребности, и установить кровать для сна, чтобы сохранить достигнутый прогресс. Используйте 6, чтобы открыть инвентарь. Да, нажимаем инвентарь, смотрим, что у нас есть. Стул, кровать, дезодорант. Дезодорант у нас повышает гигиену. Вот, даже тут свой вес есть, короче. Секрет у нас для увеличения энергии. Вот этот молния значок. Это у нас светильник. Есть несколько лотерейных билетов. Сейчас попробуем поучаствовать. Это у нас напольное покрытие. Стул. Краска из яичной скорлупы. Прикольно. Еще один лотерейный билет и жрачка. Вот, все, давайте аккуратненько тут раскидаем. Значит, что, давайте тогда расположим кровать первым делом. Использовать. Вот, ролика мышки поворачиваем куда угодно. Ну, давайте вот так вот. Или вот так вот сделаем. Так, мне кажется, получше будет. Наверное. Вот. Вот так. А сюда можно поставить светильник, если, конечно, он туда станет. Ну-ка. Не становится. Блин, тогда кровать немножко передвинуть надо. Ну-ка, давайте поставим сюда. Кровать. Брать. Давайте поставим ее снова. Хотя, может быть, все-таки вот так ее поставить. Давайте, наверное, так поставим. А тебя возьмем и переставим сюда. Все. Это мы поставили. Вот тут, в принципе, у нас обеденный столик. Можно сюда поставить вот такие стулья. Один. Второй. Это для моей будущей жены. И третий. Это у нас просто стулья, короче. Давайте поставим его возле кроватки. Так, в принципе, у нас ничего не осталось. Можем его кастомизировать. Это мы поставить вот такое напольное покрытие. Ну-ка, давайте использовать. Ну, давайте здесь. Применить. Все, поменяли. Также у нас есть краска. Вот такой цвет. Использовать. Давайте тоже покрасим здесь. Вот. Одежда. От вашего внешнего вида зависит доступ. Как раз таки то, что, друзья, я рассказывал. Доступ в некоторые места и право на работу. Создавайте свой образ, используя гардероб своей резиденции, чтобы выбрать любимую одежду. Открыв гардероб, вы увидите всю одежду, хранящуюся в вашей резиденции и в вашем личном инвентаре. Сейчас, подождите, я тут красить собрался. Понятно, все сбросилось. Использовать, стена, применить. А, ну вот, собственно, жить теперь можно. Езди поспать, посидеть и переодеться. Что ж, давайте посмотрим шкаф. Приоденемся, видите, над каждой вот одеждой у нас есть свои, короче, циферки. То есть, чем выше, тем круче. Вот, за что игру? Тут, кстати, вот и в игре есть клуб. А в игре есть клуб, я туда ездил. Но я так и не пойму, как попасть в VIP-места. Скорее всего, тут уже какие-то дорогие костюмы покупать. Ладно, это все потом, это все будущее. Давайте, первое, что у нас есть, это такая шляпа, кепка. Блин, ничего не хочу, можно снять? Можно. Очки можно тебе приобуть. А, ну и что-то, ну, самое дорогое, так это вот эта куртка. Ну, блин, честно, как-то убого выглядит, поэтому давайте, наверное, рубашку оставим. Фу, ужас какой-то. Давайте оставим какую-то рубашку. Я вот не понимаю, зачем тут трусы. Давайте представим, что у нас вот такие какие-нибудь. Они ни на что не влияют. Так, 15, 15, 15. Штаны, короче, у нас все одинаковые. Ладно, кеды. Оставим такие. Короче, мы оделись. 45 у нас теперь уже.
показания. Что ж, что нужно делать дальше? Ну, давайте посмотрим, что может быть нам игра подскажет. Ну, во-первых, давайте выключим свет, потому что все-таки защита нам нужно оплачивать. Это все энергия, все такое. А вот он душ, вот он умывальник, вот он туалет, вот она, собственно, кухня. В холодильнике у нас какие-то вещи есть, потом, ну, вещи, в смысле, еда есть, но потом, соответственно, докупим что-нибудь. Еду можно разогреть в микроволновке, да, закинуть сюда. Ну, собственно, и все. На плите... Слушайте, мне кажется, такого не было. Или я что-то проспал. Кукинг, смотрите, друзья, нифига себе, подождите, нет, я... Прикольно, короче, что могу сказать. Овес, а где-то все брать? Пончики, овсяная каша, предположим, приготовить рецепт. Простой и сытный завтрак приготовленный. Голод, предположим, не хватает необходимого. А где это все взять-то? Я так понимаю, это магазина доехать, да. Слушайте, прикольно. Можно, значит, замодействовать, выключать или нет. Ладно, шкафы можем хранить какие-то там предметы, умывальник, чтобы попить. Собственно, все, что у нас есть. Комнатушечки. Нам пока это не нужно. Давайте закроем дверь. Все, у нас, в принципе, батончики есть. Давайте, кстати, друзья, возьмем с собой водички, потому что сушняк у нас будет частенько. Вот, еда, водичка есть. Сигареты есть. Ну и давайте разыграем, точнее, посмотрим, что у нас по лотерейным билетам. Значит, выпускаем его теперь в 5 вариантах, затягивающийся билет обязательно заставит вас вернуться еще раз. А чем он вообще отличается? Ничем. Ну что ж, давайте используем. Вот сюда, если мы нажимаем, мы можем увидеть, какие у нас призы будут, если у нас выпадут вот такие вот иконочки. Ну что ж, давайте первый. Оп, неудачник. Ух ты, мы выиграли целый доллар. Обалдеть. Нифига, нифига. Нифига. Собственно, чего и ожидалось. Так, дальше лотерейный билет. Ну-ка, давайте. Что-то у нас... Короче, нам нужно искать фейерверки. Либо вот эту дичь. Ладно, посмотрим, может быть, вообще ничего не выпадет. Дичь, 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 дичь. Да, я невезучий человек. Что ж, в принципе, друзья, можем отправиться куда-нибудь. А можно кучить? Да. Крутится. Кстати, да, насчет карты, друзья, на М у нас карта, и можно, в принципе, у нас есть легенда, мы можем отфильтровать то, что нам нужно. Резиденция — это наши домики, которые можем приобрести, видите, сколько их тут много. Карта достаточно средняя-большая, ну, блин, к ней просто напрыгнуть, тут такие закоулочки есть, короче, карта как бы нормальная, меня устраивает. Так, по бизнесу у нас есть три типа работы, это у нас здесь, подождите, нет, это бизнес, это не то, друзья, это не работа. Подождите, а что такое бизнес? А, это там, где мы можем купить магазин, точнее арендовать, и, соответственно, завести это товар и продавать его. То есть, грубо говоря, это супермаркет-симулятор в этой игре встроенный. Так, по работе. Как раз таки вот есть несколько видов работы. У нас Остин, Пицца, Климакс, Логистикс и Хитчинг Пост. А Остин — это какой-то чувак подозрительный, нарколыга какой-то. Значит, City Pizza — это пиццерия, а тут на погрузчике гонять. И вот это пост, это барменом работать, ошибаюсь. Соответственно, какие магазины есть? Вот тут два штучки. Это, кстати, мы находимся сейчас в данный момент вот здесь. А это у нас центральный город, самое главное. Вот, какие-то там магазинчики есть. Развлечения — это у нас клуб. У нас есть даже в нашем районе клуб небольшой. Вот он, ночной клуб большой, и есть даже казино, где мы можем просрать все деньги. Транспортные средства, которые мы можем купить, вот магазинчики. Сервисная станция — это у нас заправка вместе с мойкой. И другое — это получается какие-то штуки. Положим, есть фиш-маркет. Мы можем купить удочку и отправиться на рыбалку. Мега-мерч — это у нас товар, которым мы должны потом в будущем покупать для магазина. Ладно, все, давайте убираться на улицу, а то время идет, тикает. Давайте выходим, запоминаем 405 свой номер. С помощью телефона вы можете проверять свои дела, управлять финансы, покупать жилье. Вы также можете подать заявку на работу и встретить нового друзей. Чтобы открыть телефон, нажмите кнопку «Фон». Ну, это вот кнопка «П». «П» или «З». Значит, смотрите, у нас телефон. Прям как в GTA, да? Остин, я слышал, ты ищешь допы. А ну-ка, давайте посмотрим, что нам пишут. Сообщение.
Я слышал, ты ищешь дополнительную работу, залезь ко мне в Катлер, когда у тебя будет минутка, я расскажу тебе подробности. Собственно, вот он сам телефон. Повестка дня — это, грубо говоря, что-то типа список дел моих. Да. Оно будет все такое, пустым, мебель я уже расставил. Это который у нас... А, повестка дня. Мне лучше поискать какую-нибудь работу, чтобы внести следующий платеж за квартиру. Я могу использовать работу в телефоне. Ну, это понятно. Там сейчас мы все заработаем, все это сделаем. Температуру на будущее посмотреть нельзя. Банк. Что у нас, какие счета, что происходило. Можно между счетами с вами обмениваться. То есть полноценный Сбербанк встроен в этот телефон. Так, работа. Давайте сразу подадим заявку. Я думаю начать с пиццы, потому что пицца находится у нас рядышком в нашем районе. Поэтому давайте... Вот, за нее платят, короче, $7 в час. В принципе, давайте оставим заявку. Вот, кому интересно, почитайте. Короче, там нам необходимо будет готовить пиццу. Подаем заявку, все, заявка отправлена, нам осталось дождаться звонка. Так, недвижимость. Все, что можем тут приобрести. Цены, конечно, бешеные. И, собственно, магазины, которые также можем арендовать. Ну, пока что нам об этом рано думать. Ресурсы, это владелец, вот это тут у меня... Это получается вот этот дом, где мы сейчас находимся. Его можно добавить на рынок недвижимости, добавить на рынок аренды. Также вот у нас есть тачка Fungi Commando. Так, утилиты. Это у нас счета. Вот, электричество, водичка. Ну, что-то у нас интересно. Социальное — это соцсети. Можем выбирать людишки, общаться с ними. Ну, я хочу познакомиться с, предположим, вот этой Амарой. Ну, попозже мы с ней познакомимся. Интернет. Есть сайт, можем заходить и смотреть что-нибудь интересное. Полученное сообщение, сейчас прочитаем. Мы можем даже здесь поиграть в джета лотереи, короче, типа, и просрать снова все деньги. Калькулятор, не знаю, зачем тут нужен, но... Работает, да? Да, работает. Погода, влажность, модерейт, винт, ну, все в таком духе. И настройки. Ну, такие маленькие настроечки, можем звук раздражающий убрать. Но я оставлю. О, телефоне, серьезно? Номер телефона, версия прошивки. Нифига себе, тут прям серьезно все. Даже память есть оперативная. Прикольно. Ладно. Короче, нам смс-ка пришла от пиццы. Спасибо за ваше заявление. Короче, нас приняли на работу. Замечательно. Теперь мы можем вот график, но об этом чуть попозже. А что ж, я прочитал сообщение. Алло. Телефон уже заглючил. Все, давайте, короче, убираем телефон и пойдем посмотрим по городу, а потом уже будем это устраиваться на работу. Ну, и, точнее, не устраиваться, а идти на работу. Так, тут срач. Ошибаюсь, можно кому-то постучать. Но тут нифига не случится. Можем спуститься как на лифте, как по лестнице. Ну, давайте пойдем на лифте, так уж и быть. Вот, вызываем лифт. А лифт приехал, и у нас... Давайте на первый этаж. Примчали. Тут также можно кому-то постучать. Ничего не... Какое-то мерцание было, показалось. А, это свет у нас тут моргает. Короче, никому зайти нельзя. Блин, хотел свет выключить. Ладненько, друзья, выходим на улицу, посмотрим, что нас тут ждет. А ждет нас тут наша первая кляча, на которой мы будем сегодня кататься. Да, дед? Тебя зовут Билли? Привет, как проходит день? Один сюрприз за другим. А как у тебя? Довольно стабильно, но я готов к хорошему сюрпризу. Все, дергай. А с девушкой можно подключать? Эмма. Привет, я еще хорошо умею, чтобы очистить свой разум. Какие-нибудь спокойные места вы могли бы порекомендовать? А? Сады в центре города. Прекрасно тихое место, идеально для размышлений. Трищенька, надо как-нибудь туда сгонять. Ладно, дергайте отсюда. А ну что ж, вот наш райончик. Такой скромненький. Находимся мы вот здесь. Индикация нашего... На местоположение тоже присутствует. Итак, с чего начнем? Вообще, план у меня на эту серию — это просто знакомиться с городом, что тут вообще есть интересного. А если вам игра уже зайдет, будем проходить ее, то может устраиваться на работу и потом раскручивать свой бизнес. Итак, у нас вначале тут есть вот магазинчик. Да, кстати, ну, вот, и вот уже и написали. Вы можете начать свой собственный розничный бизнес, используя приложение про... Короче, на своем телефоне, чтобы арендовать помещение для магазина. После того, как вы закрепите за собой место, выберите тип бизнеса, запаситесь товарами у местного оптовика,
Использую кэш, чтобы открыть интерфейс управления розничной торговлей. Да, вот говорю, свой супермаркет-симулятор встроен в этой игре. Так, нажимаем К. Ну, у нас, естественно, ничего нет. Нифига, шею отвернула. А что они так смотрят на меня, не пойму. Ну, новенькие тут в городе. Так, это у нас магазин. Давайте я зайду, посмотрим, что тут продается у нас. Да, наловить можно, на рыбалку отправиться, наловить рыбы. И, в принципе, кстати, неплохо так подняться на этом. Тоже все закрыто. А, ну это место барыга, где можем купить мебель, можем провести для хаты там полы, короче, краска, электроника, даже музыкальный плеер, телевизор, лампа и всякие тут отмычки, которые нам понадобятся чуть-чуть попозже. Не, ну можно, кстати, сейчас взять. Или не надо. Давайте возьмем несколько штук, чтобы уже сюда не забегать. Раз, два, три, 7,50, в принципе, нормально. Все, покупаем. Покупаем и идем дальше. Дальше как раз таки у нас магазинчик, который будет в скором времени подождать там. Да блин, девушка, отойдите. Медклиника, где мы можем прокачать свое здоровье, чтобы у нас была хорошая дыхалка. Всякие там таблетки от перегаров, короче, от курения. Короче, в принципе, много чего прикольного можно купить, чтобы реально прокачать персонажа. Уменьшить голод, там, уменьшить, чтобы сон, там, ну, короче, тут дофига всего. И вот он, собственно, Остин, который написал смс-ку, типа, вот, я слышал, что ты еще дополнил работу, вот как раз-таки это он и есть. Давайте к нему зайдем, что он нам скажет вообще интересного, что он нам хочет предложить. Может быть, даже успеем для него сегодня задание выполнить. Тоже все закрыто. Привет, Остин. Какая у тебя страшная рожа. Рад вас видеть, у меня для вас работа, если вы заинтересованы. Так, может быть, конечно, чем могу, конечно. Чем могу помочь? Хорошо, слушайте. Один из наших клиентов был сильно обманут местной дистрибьюторской компанией. Целью является компания Hosses Distribution. Цель? Чего хотите? Никакого насилия, наш клиент запросил у коррумпированного владельца некоторые конфиденциальные данные. Найдите путь на их склад и доберитесь до офисного компьютера. Хорошо, но это разве незаконно? Предложение на столе. Если вы не заинтересованы, нет проблем. Если заинтересует, вы можете вернуться сюда за оплатой, когда работа будет завершена. Справедливо. Что еще должен знать? Лучше всего проникнуть через задний загрузочный вход. На местном, в местном ломбарде подаются отмычки по дешевке. Хорошо. Правильно, не забудьте, короче, вернуться ко мне, когда закончите работу. То есть, ну, такое вот задание. Оно сразу добавляется в телефон. Можем тут посмотреть. Вот, полностью описание, что нужно взять, где лучше всего зайти в это здание. Короче, прикольно все это. Никуда мы это не забудем, никуда не потеряем. Что-то усталость так для меня, не пойму. Серьезно? Не устала башкой вертеть? И еще пивасик пьет. Блин, жалко. Увеличить нельзя, глянуть, что там пьет. Ну, ладно, пускай дальше пьет, а мы с вами пойдем дальше, посмотрим этот райончик. Так, это все понятно. Там у нас дальше гаражи пошли. Вот он, собственно, сети пицца, где мы можем работать. Ну, нам прежде нужно выбрать смену. Кстати, давайте пока посмотрим, как это делается. Вот работа, пицца. Можем выбрать две смены. То есть, какую вот нам удобно, такую мы и подбираем для себя. Вот, и есть у нас еще магазин с автомобилями. Да, давайте так уж и быть, заглянем сюда внутрь. Посмотрим, что тут по ценам. Блин, ну, если честно, я чувствую себя сейчас таким нищебродом. 17,50 в наличии. Вот эта тачка у нас будет стоить, наверное, охренительно дорого. Тут тоже закрыто. О, можем зайти заодно поссать. Умыться как раз таки, давайте статус поднимем. Нам надо сейчас пожрать и попить. Так, давайте посмотрим, что у нас есть в наличии. Вот такая тачка, можем выбрать ей цвет. Можно также посмотреть ее характеристики, вид сзади, короче, купить. Следующая тачка. Ну, по характеристикам, что тут, какая-то власть написана. Но это, я так понимаю, мощность 186 лошадиных сил. Крутящий момент 325. Коробка передач 5-ступенчатая, максимальная скорость 260, ну что могу сказать, круто. А РВД это получается задний привод, такая-то масса, экономия топлива, топливный бак насколько.
сколько можно вместить пассажиров и сколько мы можем взять груза на нее. Ну, то есть маленький груз. Эта тачка чисто, мне кажется, для гонок. Так, слушай, друзья, кстати, забыл еще сказать. Вот эта игра мне чем-то еще напомнила Монбазу. Вот что-то у нее такое далекое есть. И поэтому мне эта игра сразу заинтересовала. Вот первое, что я хочу купить, друзья, это на будущее. Это вот такой вот фургончик. Потому что, смотрите, у нас груз 24. Мы можем для своего магазина купить много товара, чтобы не мотаться постоянно. Несколько раз. За один раз загрузили, отвезли в магазин и все. Пускай он там приносит нам дальше деньги. Вот. Ну, в принципе, понятно. Вот тачки. Такая есть, вот чисто на рыбалку гонять. Вот чисто, вот реально груз 0 вообще. Да, тут даже груз сюда не закинешь. Вот. Такая вот маленькая скромная тачка. 105 лошадиных сил. Вот. Есть вообще грузовик. Ну, в принципе, это и все. Короче, давайте валим отсюда. Напротив у нас есть местный клуб. Но это не клуб, это, скорее всего, бар, я бы назвал. Конечно, туда уж идти. Вечером. А это у нас... Это у нас... Что это вообще такое у нас, не пойму. Это у нас типа общаги что-то, да? Бабка какая-то. Картофель. Слушай, нам надо купить вот эту еду. И приготовить чем-нибудь вкус. О, можем попить. Нормально. Как раз избавились от сушняка. Блин, ну я, конечно, пока что хз. Что это такое? Ну, можем зайти. А, тут смотри, полноценно. Это типа общежитие, что ли? Не пойму. Можем принять душ. Можем пос... Да. Это, друзья, какой-то притончик. Можем поспать здесь. Да, действительно. И все, в принципе. Ладно, тогда валим отсюда. Можно мусорки поковыряться, мне показалось. Это было бы вообще прикольно. У нас последнее местечко осталось. Это бар. Можем, в принципе, сейчас немножко хряпнуть пивка и отправиться по катушечке. Стейшн. А вот такой бар. Самое главное, чтобы в баре был у нас туалет. Потому что, когда начинаешь бухать, сильно хочется обоссаться. Так, у нас есть женский, есть мужской туалет. Давайте посмотрим, в чем разница. Ну, в женском явно не будут тут писсуары, хотя я, в принципе, не удивился бы. Так, ну, может хотя бы поссать и помыть руки. А в мужском заходим, и тут, ну, сразу видно, что мужской срач. Валяется мусор, короче, грязно. Блин, да, вот отличие, да, друзья? Вот. Мужской туалет, срач, все разбросано. И вот женский. Чисто, порядок, все так аккуратненько. Ну, в принципе, что, нам потребности пока что нормальные. Давайте... Поговорить не с кем, чувак. На расслабоне. Тут тоже. Блэкджек. Мы сейчас попытаемся чем-нибудь зайти. Код есть, серьезно? Давайте выпьем, чем и закажем. Какой-нибудь напиток. Главное не просрать все деньги. У нас уже осталось 15 баксов. Так, все, хватит. Ага, мы немножко косили, друзья. Барный стул. Так, немножко косили, но это пройдет. А, слушай, давайте попробуем, может, блэкджек поиграть. 5 баксов. Ставка. Ну, давайте попробуем. Тут главное, короче, не набрать выше 21 очка. Ну, и главное, чтобы у нас было больше очков, чем здесь. То есть, ну... Короче, тут на везение игра. Так, 15-10. Берем следующую карту. 18. Все, я больше брать не буду. Стоим. Вот, сука. Как такое может быть? 6, 9, 16. О, я даже не знаю, друзья. Рискованно. Нам сейчас главное не больше 21 набрать. Это получается не выше пятерки. Блин. 25 я проиграл. А, блин. Так уж и быть. Еще раз. 10, 18. Останавливаемся. Победил. Все, друзья. Меня что-то, короче, все понесло. Ну-ка, давайте еще раз. 10, 14, ну-ка, сука, 10. Все, друзья, это надолго. 18, останавливаемся. 11, 20, проиграл. 5, что последний? Слушай, друзья, нам даже на продукты не хватит денег, пойдемте отсюда, короче, иначе я просру все деньги. Насчет продуктов, давайте 70 тачку, отправимся на заправку. Там можно купить какие-то продукты и, возможно, там всякие вот эти... А, да, все, у нас уже... Дыхалка закончилась. Тачка у нас, кстати, друзья. Ух ты, блин, а можно потише стоять?
прям вообще потише. Тачка у нас, друзья, имеет свойство пачкаться, то есть как вот все в реальной жизни. И тут есть также мойки. Еще надо не забывать, точнее, надо быть аккуратнее и не сбивать этих пешеходов, потому что они бывают прыгают, вот типа как этот почти идет, не останавливается. А мы можем сбить его и получить за это штраф. Мне сейчас штраф сейчас вообще не нужен. У нас осталось 5 баксов. Я даже что-то не уверен, что нам даже хватит на продукты. Ну, сейчас посмотрим. Потом, подзаработаем ниджат, еще сыграем блэкджек. Так, заправляться не будем, потому что, ну, денег нету. Вон у нас автомойка, тоже можно заехать. Но мы сейчас заедем на заправочку, в магазин. Кстати, тут можно также посмотреть характеристики. 86 лошадей, жесть. Крутящий 150, 5 передач, задний привод 140 максималка, вес и груз 4 дюка. Я вот, естественно, единственное, не пойму. Диртинес. Это типа что, состояние тачки. И смотрите, у нас есть, короче, резина, тормоза, спуск и выхлоп. И у нас сейчас стоит сток. Я так понимаю, можно как-то тачки тут потом тюнинговать или сейчас уже можно. Но я пока что этого не находил. Ну, может быть, к тому времени уже заботчик что-то выпустит, потому что в игре уже что-то есть, я просто не находил. Так, привет, девку. Кто там у нас осталось, как истукан? Ладненько. Что у нас по ценам? О, ну слава богу, хотя бы у нас на продукты не такая высокая цена. Но давайте, у нас вот эта замороженная продукция вся есть. Суши, там всякие котлеты, макарошки. Мы возьмем таких вот конфет. Несколько штук. Раз, два. Возьмем с собой водички. Раз, два. Табак нам не нужен. Лотерейный билет. Нет. Не нужно. Короче, покупаем пока что. Слушайте, нету. А где тогда покупать картошку и все такое? Или это надо высаживать? Огород заводить? Что-то я вот пока что не очень пойму. Я тут не пройду, да? Не пройду. Ну, в принципе, зато, как всегда, туалет, если что. И помойте руки есть. Езди, короче. Ну что ж, давайте отправимся, покатаемся по этой карте, посмотрим, что тут еще интересного есть. Короче, у нас в районе магазинчиков мы все побывали, я вот сейчас приключился на магазин, и давайте у нас тут есть в центре какие-то вот три магазина, хотя бы просто поедем по самым, что там. Есть какой-то локал, Root Market, Fashion Factory, ну короче, едем туда в город, маркер тут поставить, к сожалению, нельзя. Вот, блин, тут, если честно, можно вообще забыться на этой карте, но поедем по объездной, вот так вот, либо можем по... Сократить вот тут путь, чтобы не тратить драгоценный пока что бензин. У меня денег на новое топливо нет. Так, значит, сейчас поворачиваем сюда. Едем по крутовой дороге. Короче, ладненько, садимся в тачку. Радио, кстати, тут тоже можно переключить на кнопку X, да? Да, Vibes. Вот там прям такое радио. И еще есть вот такое. О. Оп. А можем даже застрять. Ну, ничего страшного, у нас есть кнопка Z. Z? И где мы почти? Где мы? Подождите. А, нас откинуло, короче, назад. Ну, ну, думаю, ничего страшного. Короче, идем вперед. Еду я купил, потому что у нас... немножко хотим жрать. Вообще, по-хорошему, давайте, друзья, отправимся домой, а потом уже поедем в город, потому что время уже 23:49. Вот. Ночью мы тут особо ничего не увидим. У нас энергия падает, потребности, конечно, падают. Лучше нам поехать домой, нормально поспать и отдохнуть. А утром, когда наберемся сил, уже отправимся по путешествиям. Слушай, а нам сейчас счета еще наплачивать. Мне кажется, мы сейчас вообще в минус идем. Надо было сегодня на работу сходить, а потом уже по катушке делать. Так, тихо. Заходим к себе. Да, света нет. Ну, как есть, но... Давайте, наверное, поспим, а потом уже пожрем. Все, спать. Кстати, когда мы спим, да, можно выбрать время. И когда мы спим, мы также сохраняем игру. Тут, кстати, галочка была. Можем также сохранить вот здесь. Когда находимся в доме, есть быстренькое сохранение. Итак, друзья, у нас утро. Слава богу, пока что деньги у нас не сняли. Давайте возьмем еду. Давайте суши, наверное, да? Приготовим их здесь. Еще раз, кулинарная плита. Курица, картофель, оливковое масло. Блин. Короче, надо искать вот эти продукты, где их можно приобрести. Да, понял, понял. Давайте пожрем сейчас. Слушай, а разве роллы у нас готовятся? Почему их в микроволновку-то засунул? Смотри,
Голод плюс 40, а у неприготовленных... А, нету. Ну ладно. Будем думать, что они все-таки приготовились. Так, мы что-то перекусили, у нас не особо поднялось. Давайте батончик еще схаваем. В принципе, все. Выпьем водички. Сходим в туалет, примем душ и, в принципе, поедем. Даже свет включать не буду, пусть в темноте срет. Все, теперь чистенькие. Набрали сил. В принципе, ну еще голодный немного. Ну, я думаю, достаточно. Потом надо обязательно приехать, поработать, чтобы купить себе какую-то еду. Итак, ладно, раз мы очутились дома, давайте посмотрим. Или знаете что? У нас, в принципе, это задание, которое дал Остин. Оно тут оно рядышком, видите, вот, звездочка. Он нам получается, ну-ка, давайте почитаем еще внимательно. Отмычки, если что, я купил. Повестка дня. Так, стой назад. Короче, нам нужно проникнуть на склад под названием Hossa's Distribution. Distribution, ну-ка. Вот. Где-то здесь. Рядышком. А, вот. Вот он, прям рядышком. Действительно, прям вообще на месте. Он сказал, там написано задание, что нужно желательно проникнуть... Да, вот через задний вход. Нужно будет найти кабинет менеджера и скачать несколько файлов. Но это уже... Хакер симулятор получается какой-то. Итак, давайте, тут нам нужно взломать дверь. Чик. Короче, нам надо, чтобы эта штука совместилась с этой и нажать кнопку пытаться. Если мы не попадем, у нас сломается отмычка. И нам придется тогда... короче, ехать за еще одной отмычкой. Так, мы разблокировали. Вилочный погрузчик. Для перемещения палетных грузов можно использовать вилочный погрузчик. Я понял. Короче, нам нужно попасть туда. Использовать. Давайте сейчас парочка поддонов мы отодвинем. Уберем отсюда. Стрелочками вверх-вниз управляем. Вилками, короче. Давайте это все сюда. Еще, в принципе, один уберем, и нормально будет. Путь расчищен. Все, даже оставим его на погрузчике. Так, доступ есть. Заходим. Проверяем, чтобы никого не было. Ну, по идее, тут никого не должно быть. Так, отлично. Вот он, компьютер. Друзья, теперь нам нужно взломать терминал. Вот, за время. Короче, нам нужно как-то вот сюда попасть. Короче, тут пошла жара. Так, подождите, что-то пошло не так. А ну-ка, давайте так пойдем. Так, нет, не вверх, это сюда. Не сюда. Ага, подожди, стой. Готово, мы успели. Нам нужно скачать, да? Давайте сохраняем файлы, скачать. Все, файлы скачаны. Теперь можем возвращаться к Остину. И нам он по-любому какие-то денежки сейчас даст. Потому что иначе, если мы даже найдем продукты, нам не за что будет их купить. Да у нас, видите, статус опять падает. Надо жрать. Ну и все в таком духе. Так, Остин. Я бегу. Отличная работа, вот ваша оплата. Приходите ко мне снова, когда будете готовы к другой работе. Так, он нам дал, нифига себе, 250 баксов он нам дал. Лишенька, вот с такой, с такими наличными можно, в принципе, ехать в город. И где-нибудь затусить или снова зайти в казино. Что ж, садимся в тачку, тогда поедем мы сейчас по вот этой объездной дороге, вот так вот. И попытаемся, ну, проехать в этот магазин. Вот таким вот образом. Ну что ж, погнали. Посмотрим на местную природу. Что тут есть интересного. Вот, ну это у нас маленький райончик. Тут, в принципе, ничего особо интересного нет. Ну, хотя бы есть место, где можно поработать, пожить, отдохнуть. Вот этот домик, ошибаюсь, продается. Давайте заедем первым магазинчиком. У нас тут сразу же Paint Body Shop. А, ну это, в принципе, кузовные работы. Это, скорее всего,
можем только покрасить свою тачку. Металлик, матовый, естественно, делать этого не буду, и у нас денег нету. Ну, как бы есть, но не хочу их тратить. Больше ничего мы тут сделать не сможем. Я думаю, можешь прокачать тачку, нифига. Мы можем даже окна затонировать, серьезно? Охренеть. Ну, 100 баксов тяжеловато и дороговато. Ладно, поехали дальше. Тут еще как-то можно номера поменять. Видите, KJB949. Где-то можно поменять. Вот, правда, не могу вспомнить магазин. Какой? Ну, думаю, с вами мы его найдем. Вот там мы будем закупать товары для нашего будущего магазина. И здесь у нас идет дорога. Вот там у нас фиш-маркет есть. Давайте, в принципе, заедем. Чуваку. Сразу развернусь. Посмотрим, чем он тут занимается. Вот они, у нас есть три удочки. Есть у нас жрачка, кстати. Давайте возьмем. У нас, видите, голод плюс 10 добавляется всего. Ну-ка, давайте 5 штук возьмем. И попить. Гидратация плюс 20. Тоже 5 штучек добавляем. Все, погнали дальше. А что в этой игре мне нравится? Ну, вот эта физика машин. Она такая простенькая. Прям вот невероятно простенькая. Ну, зато можно дрифтить. Это чуваки, которые едут с тяжками, на меня начинают тоже бесить. Вот, и как сигналить тачки, я, если честно, хз. Все кнопки нажимаю. Ничего не работает. Так, ну ладно, в принципе. Сигналка не особо важна нам. Тут, кстати, тоже можно купить квартиру в этом домике. Но цены там бешеные. Вот она, кстати, речка, друзья. Купаться нельзя. Можно только ловить рыбу. Вот еще одна заправочка. Слушайте, давайте за ним посмотрим, что тут продается. Да, в принципе, то же самое. Так, ну-ка. О, тут уже мужик работает. Да, тут то же самое, вот из еды. Только это можем взять. Есть даже пиво, друзья. А, нет, подождите. Показалось, бир пиво написано. А, вот есть легкое пиво. Обычное пиво. И крепкое пиво. Мочевой пузырь минус 5. И лотерейные билеты. Ну, это потом. Блин, там надо было повернуть, конечно, но... Ладно, поедем немножко в объезд. Тут проезжаем мы Медиабрук. Это у нас какой-то элитный райончик, где мы можем купить себе вот самую настоящую виллу. Правда, как... Что же сделать, чтобы столько заработать? Я, конечно, хз. Они там стоят по миллиону. А у нас только 240 баксов. Это какая-то музыка, мне не нравится. Радио выключено. Давайте оставим Energy. Так, где мы есть? Так, сейчас, короче, будем ехать прямо. Подожди, стоять. Сейчас направо. Ну, или, собственно, прямо. Мы едем, никуда не сворачиваем по этой дороге. Да, друзья, мы приехали в город. Город тут большой. Тут есть даже парк. Да, там океан. Прикольные виды. Так, тихо. Значит, магазинчики у нас чуть дальше. Ланенько, поехали посмотрим. Клуб мы заходить тут не будем. Как-нибудь мы зайдем в следующий раз. Клуб у нас вон он, Ваульт, написано. И тут какие-то еще магазины. Тут, конечно, вообще дофига всяких магазинчиков. Обязательно потом все это посетим. Так, где-то здесь я ничего нифига не вижу. Так, а ну-ка. Или прямо. А, я нашел. Блин, хотя иконка горит где-то здесь. Три магазина. Вот какие-то есть. А, вот, вот, все, нашел. Просто они на карте, такое ощущение, что их уже проехал. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас за Local Roots. Стопудово, это есть наш магазинчик, где мы можем купить вот продукты. Да, друзья, в принципе, цены не кусаются. Надо бы сейчас понабрать, и что мы приготовить себе дома. Так, а что это такое? Порошок для выпечки. Ага. Ваниль. Уксус. Дрожжи. Слушайте, тут вообще... Курица? Серьезно? Блин, а я вот не помню рецепт. Я даже не сохранил. Может быть, что-нибудь потом приготовим дома. Можно, конечно, взять немножко с собой. Но у нас-то карман-то не резиновый. Блин, ладно. Потом...
Посмотрю, что у нас дома, и приобретем. Так, это у нас арендуется магазин. Fashion Factory, это, скорее всего, что-то с одеждой связано. Да, тут мы можем приодеться. Давайте посмотрим, что там по ценам. 20, слушай, это в принципе... А что женская рубашка-то? Можно как-то отфильтровать? Это женская. Покупка, покупка. Ну вот, мужские, мужская одежда. Но, если честно, что-то мне ничего не нравится. Рубашка. И даже не показано, сколько она у нас приплюсовывает. В принципе, 10 баксов можно да и взять. Штаны. Кеды. Кепки. Очки. И трусы. В принципе, понятно. Ну, костюмы я тут не увидел. Может быть... Еще какой-то магазин, конечно, есть. Ну, я что-то дико сомневаюсь. Скорее всего, костюм у нас попозже добавится. А это что у нас? Урбан интерьер. А, это интерьер, скорее всего. Для хаты что-нибудь, да. Ну, это когда мы купим нормальную хату, чтобы уже можно было нормально обустроить. Да, тут вообще, смотри, даже цвет можно выбрать. Крутяк. Столы, кровати, свет. Картины, электроника. Телек. Обои и пол. Ну, в принципе, понятно, друзья. Короче, давайте мы отправимся домой. В следующем видосике мы тогда уже будем заниматься, устраиваться, точнее, на работу. Сходим, посмотрим, как вообще тут в этой игре работать. Это вот не как в Sims работа. То есть мы отправили персонажа на работу, он там работает. Мы даже не видим, что он делает. Тут полноценная работа. То есть, если ты пришел на работу, нужно реально херачить. В пиццерии мы будем готовить пиццу из нескольких ингредиентов. Короче, полноценно у нас будет работа. Бармена мы будем разливать напитки. На поручике будем развозить различные поддоны. Итак, друзья, давайте будем на этом заканчивать. Мне очень интересно, что, как вам эта игра зашла или нет. Так что пишите комментарии, оценивайте видео. Если все нормально, то будем проходить игру, потому что контент в игре как бы есть. На серии 10, думаю, нам хватит этого. Вот, так что давайте до скорых встреч, в следующем видосике мы устраиваемся на работу и будем зарабатывать первые деньги. На этом все, всем спасибо за просмотр и пока.